На сегодня у нас в банке вакансий в Вологодской области больше 14 тысяч вакансий, из них 5 тысяч вакансий – это вакансии для специалистов и служащих, и 9 тысяч вакансий – это вакансии рабочих. Во всех сферах экономики у нас есть потребность в рабочих руках сегодня, практически все работодатели готовы принять на работу желающих трудоустроиться. Средний уровень заработной платы по вакансиям составляет больше 30 тысяч рублей. В обрабатывающей промышленности порядка 16% всех вакансий – это обрабатывающая промышленность. Большая потребность у нас, как всегда, в педагогах, в медицинском персонале, причем с точки зрения медицины средняя заработная плата врача по заявленным вакансиям составляет 45 тысяч рублей. То есть это достаточно такая достойная заработная плата для того, чтобы выбрать именно это направление деятельности. Достаточно крупные предприятия, которые расположены на территории Вологодской области, на сегодня готовы принимать свои ряды работников. Это такая компания, как «Россети Северо-Запад». В каждом муниципальном округе и районе нашей области существуют их отделения, и везде они готовы принять на работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Также сейчас в активном поиске работников находится компания «Вологодский текстиль», которая расширяет свое производство. Оно находится на территории бывшего льнокомбината в городе Вологде. Там достаточно интересные, очень удобные условия труда, хорошая социальная поддержка для работников. Вот они, расширяя производство, практически в несколько раз увеличивают численность своего персонала. Поэтому на сегодня жители Вологодской области могут выбрать для себя то направление своей деятельности, которое им интересно, в котором они имеют какие-то компетенции и подготовлены к тому, чтобы выйти на рынок труда именно вот со своим предложением.